стартовали матчи третьего тура группового этапа чемпионата мира в России. И стартовали они очень удачно, что называется, Россия стартовала в том смысле, что потерпела первое поражение на домашнем мундиале, уступили Уругваю со счетом 0-3. Интересно, что Станислав Черчесов, наставник нашей сборной, внес и некоторые изменения в состав коллектива в сравнении с двумя первыми поединками Саудовской Аравии с Египтом. Напомню, наши одержали победы, благодаря которым досрочно, собственно, и обеспечили себе место в плей-офф. Так вот, дали отдохнуть Юрию Журкову, он не выходил на поле. Вообще, с Журковым ситуация такова, что врачи мне говорили о том неоднократно, что Журков играет с небольшим повреждением и все-таки не все время...